Вот такая красота у меня распустилась. Это фаленопсис сорт Микки Кроун. Очень яркая, эффектная орхидея. Сорт достаточно такой необычный, пестренький. Очень красивый. Мне нравится то, что у него очень много цветов сосредоточено в одном цветке. Вот эти вот переливы желтизной, очень яркие. На видео почему-то вот так не получается соснять, чтобы все вот эти вот желтые переливы снять. В общем-то, она немножко поярче на самом деле. Такая вот красавица. Сорт у меня этот уже давно. Цветет он уже не первый раз у меня. Цветки у него обычные, где-то сантиметров 7-8 по размеру. В общем-то, вот такая вот яркая, пестрая такая орхидея. Очень красиво смотрится на подоконнике. Просто прелесть. Очень яркая такая. Обожаю такие насыщенные цвета, такие фаленопсисы, пестро-ляпистые. В общем-то, молодец. Все цветочки отличаются по окрасу. Где-то больше пятнышек, где-то полосочек. В общем-то, вот такая вот хорошенькая прелесть. Уход за ней, как за обычными фаленопсисами, полив раз в неделю. Я их не замачиваю, просто проливаю теплой водой и все.